В Люберцах состоялся муниципальный форум «Управдом». Участники встречи обсудили ряд вопросов, среди которых перерасчет за отопительный период 2021 года, капитальный ремонт многоквартирных домов и благоустройство. Подробнее в нашем сюжете. От 1500 до начисления, и вот внизу написано 7400. Присядьте, я вам сейчас расскажу, что Самый острый вопрос – коммунальные платежки. Отопительный период увеличился почти на месяц. Это повлияло на цифру до начислений в квитанциях за отопление. Чтобы снизить финансовую нагрузку на жителей округа, предусмотрена рассрочка на 12 месяцев. Также в квитанции за март, которую мы с вами получили, произведено изменение ежемесячной платы. Там перерасчет за январь и февраль. Эта сумма, которую вы увидели сейчас в квитанции, она не будет у вас еще на протяжении 11 месяцев. В квитанциях с апреля 2022 по февраль 2023 примерная сумма до начисления будет 1/3 от той, которая сейчас в квитанции в столбце номер 8. В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» с 2017 года в округе отремонтировано почти 4000 подъездов. На 2022 год запланирован ремонт 149. Завершение работ намечено до 1 сентября. Генеральный подрядчик по выполнению капитального ремонта – компания ЛГЖТ. Также ежегодно проводится у нас конкурс на лучший подъезд. Для участия в конкурсе 2022 года собственникам необходимо провести общее собрание, на котором будут утверждены работы по ремонту подъездов, а также утвердить художественное оформление подъездов многоквартирного дома и обратиться в свою управляющую компанию. Ежегодно в Подмосковье проводится месячник благоустройства. Его цель – привести округ в порядок после зимы. Он стартовал 1 апреля парадом коммунальной техники, а закончится 30 апреля посадкой деревьев в рамках акции «Лес Победы». В рамках месячника благоустройства проводится комплекс мероприятий с такими видами работ, как ремонт и покраска ограждений, посадок от цоколей зданий, опиловка деревьев, спил сухостоя, ремонт асфальтового покрытия тротуаров и проездов, подметание и уборка смета и, конечно же, мусора. На 16 апреля запланирован общеобластной субботник. Уборка территории будет сопровождаться праздничной программой. Начало в 10:00. Дмитрий Гринчев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.